Ну, мы вам объяснили, что наша цель – это самолет. И вы это прекрасно понимаете. Мы готовы за него платить. У нас на сайте Верховной Рады написано, что мы платим официально за такие вещи. Миллион. Можем с вами договориться отдельно еще сверху миллион. Я вам гарантирую. Цель этого мероприятия – это, ну, как бы, это целая боевая единица. Ну, и человек, который перешел на нашу сторону. Меня зовут Олег, да, и все технические вопросы, связанные с пересечением границы, там, выполнением задачи, буду организовывать я. Вот, я вам дал маршрут, именно вызначил геодезические точки. Для чего? Чтобы вы пролетали вне населенных пунктов, потому что в населенных пунктах наибольшее скопление ПЗРК. Вот, мы рассчитываем на то, что вы на линии фронта снизитесь на высоту 50, а то и ниже, если на пределе пойдете, вообще супер. Вот, и дальше вам там дал рубеж набора высоты. Там вас встретите, если вы в скорости будет у вас 600, вы погасите, мы очень элементарно сможем навести наши истребители.